Современно, уютно и высочайший уровень услуг. Все это бьюти-салон «Айя», который открылся в Тверском торгово-развлекательном центре «Рубин». Хозяйка салона красоты провела экскурсию для нашей съемочной группы. В одном из самых популярных мест Твери, ТРЦ «Рубин», теперь можно не только заняться шопингом, но и привести себя в порядок. Для этого достаточно посетить салон красоты «Айя». «Айя» — это от слова «Аяна». Так зовут его очаровательного директора, которая провела для нас экскурсию по бьюти-студии. Сейчас мы проходим в кабинет перманентного макияжа, удаление лазером. Здесь я буду делать вам карбоновый пилинг и чистку. У меня очень удобная кушеточка для того, чтобы вы здесь расположились мягонько. У меня профессиональный лазер, который приобретен для того, чтобы я вам делала карбоновый пилинг и удаляла некачественный перманентный макияж и татуировки. «Я делаю», Аяна говорит, не случайно. Она не только директор, но и мастер, поскольку уверена, что успешно руководить каким-либо делом можно только если сама знаешь его от А до Я. В нашей студии работают дипломированные специалисты. То есть каждый наш специалист прошел обучение, и мы каждый раз будем повышать нашу квалификацию, чтобы делать уровень выше. Маникюр, депиляция и другие процедуры – все они требуют максимальной стерильности. В студии «Айя» в этом плане все на высоте. Мы находимся в кабинете маникюра, педикюра и депиляции. Посмотрите внимательно, здесь у нас полная стерилизация присутствует. Все инструменты обрабатываются очень качественно. Мы работаем, заботимся о вашем здоровье. Стоит отметить, что это не некий абстрактный пейзаж. Это деревня Пресеки под Бежецком. Вообще, расписанный в едином стиле одним из лучших тверских художников салон, лишний раз говорит о том, что для Аяны мелочей не бывает. Коллеги, пришедшие на презентацию салона, остались в полном восторге. Я, как непосредственно уже руководитель своей собственной студии, в полнейшем восторге. Здесь лучшие материалы для перманента, здесь лучшие машинки для перманента, здесь очень хорошее оборудование непосредственно для маникюра, стерильность превыше всего. А еще, конечно, в салоне «Айя» в ожидании процедуры можно выпить вкуснейший кофе, который сварят прямо при вас. Люксовая премиальная косметика, профессиональные мастера – все это к вашим услугам в новом салоне красоты «Айя», который работает в ТРЦ «Рубин» ежедневно, кроме воскресенья, с 10 утра и до 8 часов вечера.